Всем привет. Сегодня рангерсы или рейнджеры. Тут уж как читать. А что мы здесь сделали? Так, есть оружие. Есть деньги. Квестов нет. Кинза-за. А, это точно, все. Все, вспомнил. Вспомнил. В общем, надо что-то делать. Надо что-то делать, чтобы было хорошее вооружение. Может быть, летать на науку. Ну, хз. Может, я этим и занимался уже. Не помню. Так, нужно вооружение, нужен корабль. Нужно слетать в Шат. Точно. Там есть идеальный корпус. Так, сейчас. И 346 и 956. Вот он почти идеальный. Почти идеальный, но с тремя вооружениями. Ну так-то прикольно. Еще и дальность прыжка повышенная. Красота. Куплю технику, полечу куда-нибудь. Продам. Наверное, слетаю в Шиат. Там был идеальный корпус. Шиат. За или за мин? Ну, за мин. Хочу вот такой же корпус. Или такой. Че это вообще с корпусом? А, это военный. А тогда не хочу. Я-то думал, это корпус рейнджера. Черт знает, почему я так думал. Почему одну пиратку сесть сейчас? Медикаменты, роскошь. А тут минерал. А тут где-то пират крутится, да? Давайте сначала назад. Тут тоже наука. Вот пират. Ладно, я сажусь. Это не моя война. Техника не нужна. Корабля нет. Все время забываю, как заполнить. Б. Интересно, от какого слова? Почему Б? Медикаменты, роскошь, продукт. Роскошь, алкоголь. Не хочу. Далеко. Лень. Алкоголь. Блин. Было бы так, было бы поближе. Слишком далеко. Так, починить корабль. 655 артефакта. Ну да. Техника не надо. Продукты можно. Роскошь докуплю. Технику здесь продавать не буду, несмотря на то, что я купил ее подешевше. Очень крутой, но опять же 515. Меньше, чем у меня. Было бы 900, я бы купил. Так, значит, на замену. Значит, в любом случае сюда садится. И рассчитывает, что здесь будет что-нибудь получше. О, дыра открылась в Шате. Она же была другой, вроде бы рядом с системой. О, другое дело. Корабль-то откупили. Бластеры остались, а корабль купили. Грусть. 35. 36. Грустно. Ладно, пообщаемся. Неинтересная работа. Л
перелетите в систему ЦФО и приземлитесь на планете Дитер и выясните, что случилось, прошедшей там экспедиции. Так, ЦФО и Дитер. Окей, я берусь за это задание. Это, как я понимаю, квест, потому что иначе бы мне не сказали, что я отказываюсь выполнять именно это задание. Поэтому ента квест. Цуфай. Цуфай. Хорошо, мне хоть хватает длины прыжка. Не, чувак, змей. Измей. Кому измей? Извиняй. Цуфай. Квест. Экспедиция. Интересно. Цуфай. А, планета другая. Кто ты? Дитер. Реально Дитер. Ну окей, допустим. Планетарный квест. Да, я мечтал по квестам. Так, погнали. На орбите по известным координаторам обнаружили лагерь экспедиции, залив был в порядке. На-на-на-на-на. Не заселенная никакими формами жизни, атмосфера содержала кислород достаточно для дыхания количества, занимала 5/6 вода. Климатические условия были в норме, казалось, отличные условия для возникновения жизни, но однако это плохим причинам произошло. Планета была открыта довольно давно беспилотными зондами, которые разведали большие запасы металлов в недрах Дитер. Так, убедившись, что планета дружелюбна, но, короче, как обычно, это все эти бластер и батарея. Отлично. Выйти наружу. Пути штрапа, вы оказались на дне кратера, который предусмотрительно подсадили корабль. Осмотрелись вокруг, убедившись, что все в порядке, вы неспешно отправились в сторону экспедиционного лагеря. Уже на крайней обжитой территории у самого забора вы остановились, чтобы нехорошее, не подающее логическое объяснение вычислили на этой планете. Локализовать источник непонятной тревоги вы не могли, но для вас не оставлял сомнений тот факт, что никто с ковровой дорожкой вас встречать не будет. Но это логично. Побродить вокруг. Потому что несколько непредусмотрительно сразу заходить. Да-да-да. Вполне можно пройти немного туда и обратно, идти направо. Ничего не найду, но окей, идти налево. Идти прямо. Налево-направо мы пойдем прямо в лоб. Решили выйти, стремительным шагом двинулись вперед. Делал всего несколько шагов и очутились в главном дворике экспедиционного лагеря, который представлял себя административный корпус, следовательный корпус, корпус отдыха и склад. Снаружи никого не было. Судя по тишине, никто не собирался, появлялся. Поискать персонал. Стоит решение найти кого-нибудь, узнать, что происходит, выдвинулись так, выйдя в очередную дверь, вы уже без всякого удивления обнаружили труп Фейянина, и тоже без следов насильственной смерти. Беспорядка в кабинете не было. Так, а еще и Гайлис там был. Угу. Осмотреть труп Фейянина. Так, на теле жертвы не смогли найти ничего. Без того, маленькие глаза Фейянина были упущены так, что их обладатель стремился выиграть приз конкурса среди самых упущенных голубых глаз. Также были слегка изменены черты лица, потом вы заключили, что на лице Фейянина застыла маска ужаса. Ну кого или чего он так боялся? И это ли стало причиной смерти? Походить по лагерю еще. Если корпус оказался заперт, дверь корпуса любезно распахнулась перед вами, и внутри вы нашли двух мертвых гальцев. Похоже, что все жертвы умерли одной смертью, но у вас пока не было достаточно данных, какой именно. Это не определенно, только пугало вас, пускай мерзких холодок в походы по спине, но каждый раз усилием воли вам удалось его подавлять. В конце концов, вы великий рейнджер. Так, окей, на корабль. Просто обязан сделать все, что нам сидит, чтобы уменьшить потери коалиции. За то время, что экспедиция работала, накопился материал, который находится, достаточно необходимо доставить к нам. Дополнительная работа, черный ящик за 24к, черного почти, оранжевого, традиция, черный, окей. Отправиться на поиски, что я зря, что ли, сюда приехал. Так, административный корпус, исследовательский корпус, корпус отдыха, идти на склад. Нам нужен, наверное, исследовательский корпус. Черный ящик после корпуса, то вам туда идти справедливо. Эти вы, да, она косила на дверь, решительно села с вами. Похоже, что без ключа внутри попасть. Так, нужен ключ. Идти на склад. Решительно походка вы направились к складу. Закончив свое важное шествие, вы оказались перед закрытой дверью. Хмыкнув и убедившись, что все замки раскрываются, вы отошли на два шага назад и придирчиво смотрели дверь. В том месте, где вы ждали видеть замок, действительно, что было что-то фаянского производства.
со всех сил потянуть ручку. Бесполезно вернуться пока. На корпус, в корпус отдыха. Отметили комнату для релаксации, комнату психологического спокойствия. Больше ничего интересного для себя не нашли. С некоторым разочарованием вышли наружу. В административный корпус. Внутри было пусто, светло, стоял стол с какими-то бумагами, навевал вечные мысли о вездесущей бюрократии. Перелюсь к столу, обнаружили на нем кучу бумаг, один листок с заказчивым числом, рядом 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3, 2, 1. Ну, все просто. Рядом была приписка, сделанная в руке, не забыть следующее число. Интересно, подумали вы, наверняка где-то здесь стоит сейф. Поиска глазами, вы обнаружили сейф, предприятие, стоящий на смотрящий. Давайте ввести код доступа. 1, 2. Чего? Осмотри стол еще раз. Один, два, три, пять, восемь. 13, 21. Ну да, логично. Это сумма двух предыдущих чисел. Соответственно, следующее число будет 34. Вы нажали кнопку подтверждения, дверца открылась. Уставившись внутрь сейфа, вы обнаружили там несколько интересных бумаг, какой-то непонятный кубик из блестящего металла серебристого цвета, судя по всему, цельный. Ну или металл очень легкий, или внутри есть полость, добраться до которой, открыв кубик, вы не смогли. На гранях угадывались плавные узоры. Вы решили, что подобная безделушка найдет достойное место на приборной панели. Окей, блестящий кубик я получил. Вернуться во дворик. Что, мне остается только на склад и выстрелить, да? Так, использовать кубик. Вы вспомнили про свою находку, маленький кубик, вынули его из кармана и продолжали к замку. Удивительно, он отлично подошел. Похоже, что это ключ от такого высокотехнологичного фаянского запора. Странно выглядит, да, замок? Ну ладно, бог с ним. Открыть дверь. Оставив преграду в виде двери позади, вы осторожно вошли в складское помещение. Она очень напоминала ангар, которым давно не пользовались. Небольшие окна расположены почти под самым потолком, который отличался высотой, не способствовали светлости помещения. Прямо у входа вы обнаружили какие-то коробки, покрытые пылью. Случайно дотронувшись до них, вы подняли столб пыли, от которого непроизвольно ошатнулись. Вообще пыли было много. Несмотря на полумрак, вы ощущали всем своим нутром. Ух, какой ужас-то. И потом был лучший свет, исходящий от ламп, рисовали причудливые линии, которые выглядят повинно. Любой сотрудник со складов видит такую картину, расхватился бы за сердце. Так, осмотреться. Так, нужен... Очнувшись сердца, они выплыли на плану эвакуации, прикрепленной к стене. Забавно, конечно, такую вещь прямо у выхода отметили вы. Наверное, ответственно по противопожарной безопасности обладал очень своеобразным чувством юмора и творческим подходом к работе. Последние предположения подтверждали стрелки, разбросанные на схеме в хаотичном порядке. Судя по всему, в случае пожара вам следовало бежать вперед, потом по правому коридору, потом сделать левый поворот на 270 градусов, после этого подняться по винтовой лестнице, пройти половину длинного помещения по второму этажу, зайти в кабинет главного завхоза с уведомлением о покидании помещения в случае положительного решения последнего, открыть окно в коридоре рядом с кабинетом завхоза и спуститься по пожарной лестнице. Хихикнув, представили себе выполняющим описанные действия. Так, идти в кабинет за хвост или побродить? Надо побродить, да? Так, обнаружили модель военного звездолета. Ну да, вот мне вот это и нужно было. Идти в кабинет. Решив, что если на складе есть что-то интересное, то обнаружится в кабинете за хвост, вы бодрым шагом пролезли сюда. Благо, схема эвакуации дала вам представление, куда следует идти. Не надо уже по лабиринтам коридоров. Так, за вход. Вот мы у цели подумали, вытолкая дверь. Справедливое ожидание того, что дверь может быть заперта, не подтвердились, а войдя внутрь, вы поняли причину для открытой двери. В дальнем углу кабинета сидел человек, средних лет человек. Густая, но аккуратная борода придавала солидности, а не менее густые брови эту солидность несколько умаляла. На человеке был серый плащ из дешевой, но добротной материи. Разумеется, человек был мертв, и уже несколько дней вынесли вердикт. Дырок в туловище не было, но завхоз сидел несколько неестественно. Казалось, каждый мускул его тела был напряжен, словно готовился к прыжку. Видимо, перед самой смертью так оно и было. Однако следов борьбы не замечалось. Никто ни на кого не прыгал. Так, осмотреть труп. Сильно боялся. Окей. Есть что-нибудь, какая-нибудь новая инфа? Так, ерунда. Осмотреть кабинет. Кабинет выглядел совершенно обыденно.
беспорядок, тщательный бардак тщательным образом поддерживается в том виде, в котором... Короче, беспорядок обычный. Окей. Смотреть стол. Видимо, завхоз писал что-то там перед своей смертью. Прочитать бумаги. Поскольку автоматически протоколизатор барахлит, нужно заменить блок синхронизации, который находится там же, где и эта чертова машина. Наши техники говорят, что это должно помочь. Блок синхронизации, естественно, сейф под замком. Но как ты знаешь? Его все знают. Поскольку техники до сих пор не исправили ошибки отключения защиты силового поля с помощью перекачки энергии, то тебе придется включать его вручную. Для этого нужно повернуть два ключа в замках, что можно достаточно далеко друг от друга. Не забудь о напарнике. Ключи с метками у меня в столе, зайди за ними, как будешь готов. И не забудь потом все вернуть на место, а внезапная проверка урежет наше финансирование. Ты же не хочешь остаться без премии, верно? Так, окей, ключи. Гаечный ключ в отсеке неспроста. Исследовательский корпус. Так, окей, а два одинаковых ключа. Ключи не помогут. Наверняка этот все взял, да? А пофиг вообще идти на выход. Исследовательский корпус. Так. Так, видимо, это тот самый автоматический протоколизатор. Или черный ящик. Аппарат представлялся его прозрачный цилиндр, внутри которого на выброшенной поставке стояла небольшая коробка оранжевого цвета. Вот эта коробочка вам и нужна, решили вы, а прозрачные стенки цилиндра являлись силовым полем, которое необходимо отключить, чтобы вылезть сам черный ящик. Терминал рядом с цилиндром приглашал вас воспользоваться им. Так, окей. Попытаться отключиться, терминал проверить блок синхронизации, искать блок синхронизации. Блок синхронизации, завхоз говорил о сейфе. Так, приступить к взлому. Но, насколько я понимаю, у него все знают этот пароль. Неудача. Окей. Сказать «откройся». Нет. Подергать ручкой. Окей. Легонько ударить. Вы уже начали выходить из себя и погружаться в отчаяние, что открыть эту коробку не получится, как внезапно дверца распахнулась, и на вас своими гипердиодными лампочками уставился агрегат, который, скорее всего, и был блоком синхронизации. Так, вынуть. Заменить блок синхронизации. Так, окей. Блок синхронизации заменен. Мягкий звук ошибки. Чертыхнувшись, вы перевернули агрегат, снова нажали кнопку в интерес. Ошибок не было. Ну да, я неправильно поставил, как обычно. Как USB это бывает. Попытаться отключить силовое поле через терминал. Так, процесс включения силового поля запущен, статус прогрессирует. Для продолжения осуществить перекачку энергии за ёшкин свет. Это вот та самая, это, да? 3, 5, 11 и сделать 19. 11 плюс 5 плюс 3. Ну, все правильно. Но хранилище за раз можно перемещать только 5 торн альфов, при условии, что в резервном для них есть место. Аналогично, что перемещение энергии в резервных количествах, там должно, но там можно перемещать по 3 торн альфа. Ну, давайте приступим, чё? Из основного хранилища. Куда? Во вторую банку. В третьей резервной банке. В основном хранилище. Нам надо куда? Перекачка энергии. Из 3 торн альфа из второй банки. Окей. В третью банку. Из основного в третью банку. Ничего не понимаю. Из резервного из третьей банки в первую банку. Из резервного из третьей банки во вторую банку. Из основного в третью банку. Из второй в третью банку. Что получаем? Из первой во вторую банку. Вот. Так, нам надо вот эти вот два
каким-то образом. Пять, окей. Из первой в третью. Из второй в первую. Из третьей во вторую. А чё, почему я не могу? Четыре. Почти. В основное. Во. Теперь 3 тераналфа из этого в первую банку. Все, первая заполнена. Из основного в третью банку. Из основного в третью банку. Подтвердить отключение. Все. Жесть. Жесть. Так, размышляя, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Пропустив несколько страниц описания происходящего, вы впились взглядом в следующие строки. Все указывает на то, что на планете Дитер становятся реальными любые страхи. Наш медик Пеллинг Тушкин часто высказывал опасения насчет того, что лабораторная посуда может разбиться, и он сильно поранится. Эти страхи были ничем не обоснованы, поскольку вся посуда сделана из материала, в принципе, не способного биться. Ее можно погнуть, крутить, но не разбить. И вот 2 часа назад мы обнаружили бедного Тушкина всего в крови, а рядом лежала груда осколков. Такого просто не могло быть. Но это было. Мы насилу отключали беднягу. Если принять гипотезу о том, что страхи других членов экспедиции материализовались и расправились с ними, то это объясняет застывший посмертный ужас. Впрочем, у нас нет никаких доказательств, только догадки. Тем не менее, было решено сворачивать экспедицию до выяснения. Дата записи стояла 3 дня до вашего прилета. Срочно на корабль? Ну, давайте. Осознав полученную информацию, приняли единственное верное решение данной ситуации решения, взяли черный ящик в охапку, со всех ног ринулись к своему кораблю. Уже когда вы убегали из корпуса, перед вашими глазами промелькнула картина того, как вы мечетесь, не в силах найти свой корабль. Мгновенно выхватив интерком, вы установили связь с корабельным компьютером. Тот привычным механическим голосом отрапортовал, что все в порядке. В этом пункте вы с ним согласились и заставили отправить сигнал СОС. О. Вот же мой корабль, куда он денется, остался обойти этот холм, или вот этот, нет, надо было все-таки повернуть налево. Поблажав несколько минут, вы поняли, что ваш страх воплотился в жизни, свой корабль найти вы не могли, попытка связаться по интеркому полностью провалилась. Корабль, если он еще существовал в этой вселенной, не отвечал. Так, продолжить поиски. Фигура какого-то языка настроена, судя по его аскальному мазе, в моем дружелюбном, хотя этого на самом деле нет, это всего лишь плод моего воображения. Тихо произнесли его заклинание, однако, судя по тому, что зверь растворяется в воздухе, я не думал, а лишь лично облизнулся, он не был согласен с вашими. Так, запустить гаечным ключом. Ну, логично же. Спасаться бегством. Окей, вернуться в лагерь. Так, побродить по улице. 22 часа до прибытия, да? Заряда больше половины, бластер, отменное здоровье, трезво мыслите. Побродить по улице. Зачем-то осторожно выглянул за угол, обнаружили там скучающего, ищущего себе занятия монстра. Монстр обладал 2 парами крыльев и длинным раздвоенным хвостом. Надо было идти другим путем. Какой ужасный монстр. Вы старались незаметно отойти на безопасное расстояние, однако монстр удалось вас заметить, и он явно решил с вашей помощью развеять свою скуку. У меня есть колба. Спасаться бегством. Пара царапин. Продолжить движение. Так, в корпус отдыха. Комната релаксации. Так. Гроздь экзотических фруктов. Так, отлично. Отменное здоровье. Шик. Психологического спокойствия. Все. Все, я вкурил. Это восстанавливает трезвость мысли. На склад, наверное. Посочувствовать. Извини, дружище, но у меня плечка осталась в другом костюме. Сказали, вы медленно отходя от молока. Но ты же вернешься за мной? Конечно, дружечка, иначе. Пожалуйста, поскорее смотаться, пока молок не превратится в какого-нибудь монстра. Окей, продолжить движение. Желтый крест или желтая молния? Красный крест или желтая молния, да? Давайте красный крест.
Наверное, внутри должна быть аптечка или что-то в этом роде, потому либо толкает дверь с изображенным на ней красным крестом. А вот дверь не открылась, причина этого был массивный висячий замок. Так, использовать гаечный ключ. Ключ. Так. Так. Гаечный ключ у меня еще есть, да? Войти внутрь. Набор медика. У меня отменное здоровье. Есть набор медика, да? Есть же? Так, захватил с собой. Захватил? Где? Давайте желтую молнию. Так, заряд больше половины. Можно зарядить для зарядки батареи бластеров. Отлично. Зарядить батарею. Дичь. Походу что-то разгорелось. Тушить пожар. Чем? У меня есть чем тушить пожар? Давайте побежим. Окей, выйти наружу. Ясно. Заряд больше половины. Короче, мне ничего не дали. Окей. Бог с ним. Давайте в административный корпус. Присмотрите, что немецкое сочинение было в форме древнегальской буквы. Окей, отлично. Какой ужас. Сосредоточиться, разумеется. После ряда упражнений краски мира стали более реальными. Погрузиться в медитацию. Отлично. Отлично, все. Мне, короче, это помогло. Так, ясность мысли слегка затуманена. Жесть. Медленно пойти вперед. Сделали шаг и ощутили, что мир такой, каким он должен быть. Ура, вырвались из наваждения. Продолжить движение. Так, помещение для старших научных сотрудников. Наверное, туда надо. Ряды столов с терминалами. В одной из стен располагалась мини-лаборатория. Окей, подойти к мини-лаборатории. Или терминал? Наверное, терминал. Сетки мини-лаборатория. Включил себе тахионный микроскоп средней четкости и длинный слоский чехол. Химический формул. Загадка. Поглазить в микроскоп. Вы поняли, что микромир очень красив и захватывающий. Провести какую-нибудь реакцию. Отлично. Что-то я сломал, да? Угу, медитация. Окей, отойти. Выйти наружу. Так, окей, это была исследователь, научные сотрудники. Давайте заместителя. Почти идеально выдержанный порядок, на следующем углу никакого хаотичного награждения предметов, документы для всего свое место. Даже глазу не за что зацепиться, но вам все же удалось это сделать. В углу стоял уютный диванчик. Порыться в столе, разумеется. Ничего, вздремнуть часок. Может, дремнуть часок? Отлично, я отдохнул. Выйти из кабинета. К начальнику экспедиции. Так, царил беспорядок, завален бумагами, стол отлично гармонировал с остальными элементами интерьера, двери шкафа, например, не закрывались из-за чрезмерной загруженности, а в углу так вообще на полу была свалена целая гора вещей, наверняка не работающих. Порыться в горе хлама. Так, ничего не мог найти, заглянуть в шкаф. Чихай, что-то там опять ничего не нашел, сесть за стол. Мы обнаружили газету с огнетом, игровой планшет, отличные находки, давайте почитаем анекдоты. Придумал к себе газету, вы принялись читать, хотя выпуск был далеко не самый свежий, многих шуток вы не знали. Не мудрено, дело великого рейнджера воевать во имя спасения галактики, а не следить, о чем пишет развлекательная пресса. Погрузившись в чтение, вы немного подняли себе настроение, попутно скоротав время. Отличное занятие. Поиграть на планшете. Все, зарядка кончилась. Так, выйти из кабинета. Ну что, повредить по коридору, осталось только. Было коснуться вас своим отростком, взаимовшим руком, ледяющий холод усилился, последних сил сделал жесть крик, касание. Ваше предплечье обожгло холодом, вы мгновенно потеряли сознание, очнувшись, обнаружили себя совершенно в одиночестве. Если, конечно, не считать армии мурашек, марширующих по всему вашему телу, что не говоря, призраки умеют сводить с ума. Хотя физического вреда не наносят. Жесть. Призраки. Выйти наружу. А что осталось тут? Попродить по улице. Где еще не был? Тут я был. В административный корпус опять? Нет, выйти наружу. В исследовательский корпус?
Делать несколько шагов, услышали жужжание. Интересно, что это могло быть? Думали, выйдя на звук. Звук привел вас к небольшому оконцу в сложенном помещении, больше всего подходящему на погреб. Выдохнув, вы отворили окно. Тотчас же оттуда вылетел роль жужжащих созданий. Нет, они не стали вас атаковать, они просто полетели прочь. Правда, одно из созданий подлетело к вам и продекларировало. Ну да, жж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 
свете. К сожалению, большая часть установок неизвестна для вас, но в помещении стажера была базовая модель синтезатора. Управление им было настолько примитивно, что даже такой неискушенный рейнджер, как вы, мог что-нибудь синтезировать на нем. Окей. Почитать инструкцию. Базовый синтезатор позволяет синтезировать регенерирующие и деструкцирующие растворы. Конечные свойства раствора определяются количеством задействованных агентов. Так, окей, безразличный, усиленно деструкцирующий. Синтезировать что-нибудь. Так, еще раз. Всего 5 видов реагентов. Загрузка до 5 реагентов в каждую емкость. А для успешного создания раствора в реагентной камере должно находиться 4 или 5 реагентов. Так. Усиленный, базовый. Ты очень усиленный. А, базовый регенерирующий, базовый деструкцирующий. Давайте добавим Т. Т, ТХ, Х. Запустить. Посмотри, что получилось. Регенерирующий раствор успешно синтезирован. Одна колба Т. Синтезировать что-нибудь. Теперь давайте создадим вот этот и вот этот. Запустить. Посмотри, что получилось. Одна колба Х. Окей. Деструкцирующий. Давайте напоследок синтезируем то, чего не может быть. Положим туда все и запустим. Синтез не проведен. Давайте еще раз синтезируем все, кроме TX-реагента. Синтез не проведен. Окей. Выйти наружу. На склад. Желтая молния. А, все, заблокировано. Красный крест. Отменное здоровье. Но пока еще мне это не нужно. Выйти наружу. Ну, давайте побродим по улице. Чуть-чуть побродили. В корпус отдыха. Релаксация. Психологическое спокойствие. Хэтчбол. Выйти наружу. В административный. К начальнику. Ерунда. Экспедиция. Ерунда. Научные сотрудники. Лаборатории. Отойти. Выйти наружу. Исследовательский корпус. Выйти наружу. Да что, куда идти-то? На склад. О! Кинуть колбу X. О, что у меня есть. Это деструкцирующий. Граната, отбившая чудовище желание сражаться. Там. Что там сражаться? Монстр, судя по затихающим звукам, оказался не способен даже просто жить. Чистая победа. Продолжить движение. Выйти наружу. Побродить. У меня еще есть колба Т. Черт его знает, для чего она. Давайте еще раз в административный. Заместителя. Вздремнуть часок. Ворчащий. Выйти из кабинета, выйти наружу. Ну что, где ворчащий? Мне нужен исследовательский корпус. А ну руки вверх, на свечу кричал голос. Вы замерли? Кто здесь? Неважно, усмехнулся голос. Ты у меня на прицеле. Вы пытались определить, откуда идет голос, но не могли этого сделать. Или голос находился повсюду, или он звучал только в голове. Да, и что ты сделаешь? Вы шли идти на пролом? Да вот что. Злорадно заявил голос, превращается в деятельское хохотание. Надо заметить, что голос стал удаляться от вас. Или сочин голос хохотал все тише и тише. Вы уже почти склонились к одной из версий. Как сверху на вас высыпался град мелких камней, перемешку с песок. Отплевавшись, почищая глаза, вылезешь в только что образовавшуюся кучу, отметили, что все вокруг изменилось. Не было зданий, не было неба. Одна лишь белая дымка у земли, бескрайнее молочное небо. Что это такое вообще? Сосредоточиться. Так, еще сосредоточиться. Медленно. Побежать вперед. Ну и чертовщина. Так, окей. Отменное здоровье, 4 часа. Так, окей. Медленно пойти вперед. Краски мира становились реальнее, я там задерживался. Еще раз сосредоточиваться. Побежать вперед. Продолжить движение. Отлично. Синтезировать что-нибудь. Отменное здоровье. Ясность мысли затуманена. Окей.
XXTTX. Запустить. Посмотреть. Выйти. У меня есть деструктор на склад. Офигеть, опять я куда-то попал. Сосредоточиться. Стоять на месте. Сосредоточиться. Краски более реальными. Медленно пойти вперед. Окей. Продолжить движение. А, красный крест. Выйти. Выйти наружу. В корпус отдыха. Релаксация. Психологическое спокойствие. Все, ясно, понятно. Здравомыслие ниже среднего. Шикарно вообще. В административный. Так. Гуманоид половина вашего роста, несмотря на большой размер, гуманоид был полного телосложения, по форме больше всего напоминал куб. Конечно, кинуть колбу X. Так, все, я его. Его я победил. Начальник экспедиции, сесть за стол. Выйти из кабинета. Окей, в помещении. Выйти наружу. Выйти наружу. Я, короче, зря потратил кучу этих, кучу фишек. Грустно, грустно. Ну что, давайте опять синтезируем что-нибудь. А, у меня реагенты кончились. Так, у меня две колбы Т. Окей, выйти наружу. Побродить по улице. Ничего интересного. На склад. Идти. Воспользоваться набором медика. Окей. Выйти из кабинета. Выйти. 50 минут. Побродить по улице. Краски мира стали отдавать зеленоватыми оттенками. Проклятие, что происходит? У меня все, у меня здравомыслие. Погрузиться в медитацию. Оно работало. Окей. Заряда больше половины. Сосредоточиться. Скоро свихнетесь, окей, медленно пойти вперед. Отлично. Попродить по улице. Наполовину робот, наполовину гуманоид. Офигеть, выстрелить из бластера. Что-то еще упало, отличная стрельба. Продолжи движение. Че, 5 минут осталось, побродить по улице. Ну давайте же уже. Все, задание выполнено. Протоколизатор на планету Земля, обменять его. Жесть. Ух. Ух. Ух, как это было тяжко-то. На самом деле тяжко. Все, на медицину. Сколько у меня времени? 104 дня. Можно было посложнее брать. Ух. Вот эта серия. Я уже думал, у меня времени не хватит из-за того, что я потратил все свои возможности, грубо говоря. Так, галлистра времени это для скорости. Звездная пыль это для всякого разного. Так, медикаменты надо купить. Этот я не буду покупать, я дурак, что ли. Так. Фуфло. И это фуфло. Так, все, окей, взлетаем. Ох, какая миссия была интересная. Ну, давненько я с Костей, получается, не сталкивался. Несколько серий. Подряд. Так, это у нас не то. Это все не то. 90 единиц тоже не то. Фазер. Фазер я куплю хотя бы потому, что он гораздо лучше мне подходит, чем все остальное. Так, и фазер я поставлю вместо лески, да? 31-37, да, вместо лески. А вот я уже не знаю, может, мистер Китомета. Дай бог с ним. Микромодуль вихрь. Не, у меня гальский. Это для людских. Так, полный ремонт. Эриметр. Оранжевая коробка. Отлично. Это сюда. Нента сюда. И это... Да, продать, почему бы и нет. Так, фазер купили. Окей. Фазер это такая штука, которая распределяет заряд между тремя целями. То есть она всяко круче, чем
А кто заказчик-то был? Что такое? А, все, у меня кончилось место. Заказчик Шиат. Ну, все-таки я успел его уничтожить. Я думал, ушатался об него. Ну ладно. Так, заказчик Земин. Где Земин? Это Земин. Да, нам сюда. Рейнджер-монтер. А это каргас. Каргас — это, короче, эти грузовые корабли. Техника, продукты, алкоголь. 31 алкоголя валяется просто так. Так, что у нас здесь появилось? Ничего не появилось. Ничегошеньки. Волновой фазер появился. Его не было. Я бы заметил волновой фазер. Так, 23 тысячи. Урановое млеко. Урановое млеко — это наградка. Это вот урановое млеко. Дичь, да? Ерунда, да? Ну, что поделать. В общем, вот такой вот квест. С Новым годом. Микромодуль Сплинтер. Сплинтер — это для осколочного оружия, насколько я помню. В виде прайнис. Кстати, как далеко это я от Растабана? Я далеко от Растабана. Эх. Был бы я близко от Растабана. Давайте я уж на науку слетаю. Аж, по-моему, здесь есть, да? И на науке завершусь сегодняшнюю... А чё, где? А, во. 21, 31, биотический дроид, продукты 41, продукты 40. Не, на 40 мне уже не хватит. Оружие один. Я взял? Я взял. И садимся. Замедленно. Атакую его. Блин. Взял, обманул. Некрасиво получилось. Так, по кораблям. Индиго. Я уже говорил, что он крутой, но мне не подходит из-за того, что он малообъемный. Давайте вылетим, что ли, раз уж обещали. Раз уж я обещал помочь. Бандит. Так, что у меня? 469, что у него? 414. 361, 410. 267 уже. Держи бабки. Не, я бы не. Надеюсь, что его посадят. Всерьез и надолго. Ладно, садимся. Да, садимся. Людская планета. Это хорошо. Это продать. Это продать. Это продать. И все. 114 тысяч. Серия стандарт хороша, конечно же, но. И дроид хорош. Все хорошо, в принципе. Ладно. На этом, в принципе, все. Закончим здесь. У людишка. Во. Сделаем предскрин у людишки. Все. Всем спасибо, кто смотрел. Квест. Будет квест. Сразу же, как я выйду. В следующую серию. Войду в следующую серию. Или выйду. На этом все. Всем до следующей серии. Всем пока.